Всем привет! Сегодня поделюсь рецептом любимого пирога с творожными шариками. По вкусу пирог больше напоминает тортик, а в разрезе очень красивый и необычный. Список всех необходимых продуктов будет также размещен в описании к этому видео. Приступим. В творог добавляем сахар, яйцо и перетираем вилкой. Добавляем кокосовую стружку. Перемешиваем до однородного состояния и формируем шарики размером с грецкий орех. Отправляем в морозилку на 20 минут. А пока приготовим тесто. В масло комнатной температуры добавляем сахар и взбиваем миксером до пышности. Добавляем яйца по одному. Когда яйца вмешались, добавляем сметану. И молоко. Разрыхлитель смешиваем с мукой и просеиваем в тесто. Тесто получается достаточно густое. Половину теста выкладываем в форму. Во оставшуюся часть добавляем какао. И выкладываем поверх светлого теста. Равномерно раскладываем творожные шарики. Выпекаем при температуре 180 градусов 35-40 минут. Даем пирогу остыть. Приготовим крем. Творожный сыр смешиваем с сахарной пудрой и сливками до пышного однородного состояния. На мой взгляд, именно этот крем идеально подходит к данному пирогу. Посмотрите, какой он красивый и необычный в разрезе, а вкус не передать словами. Спасибо, что зашли на наш канал. Будем благодарны за лайк и не забудьте подписаться. Чтобы не пропустить остальные рецепты, нажимайте колокольчик. До встречи!